саженцы яблони сорта «Московская» позднее отлично приживаются в любых условиях, обладают морозоустойчивостью и не поражаются паршой. Плодоношение наступает на 6-7 год развития дерева. Взрослое растение довольно высокое, это следует учитывать при размещении крупномера яблони. Характерные качества плодов. Крупные габариты. Светло-зеленая кожица во время хранения становится золотисто-желтой. Мякоть сочная, кисловато-сладкая, имеет небольшой пряный аромат. Урожай, собранный из окрепших саженцев яблони сорта «Московская» позднее, созревает в сентябре и может храниться до мая. Яблони «Московского» позднее – это дерево с типом роста, сильнорослый, цветет растение в месяц май. Урожайность яблони «Московского» позднее составляет 160 кг. Плоды имеют массу 165 грамм. Форма у плода округло-коническая. Цвет плода зеленовато-желтый с нежным розовым румянцем на солнечной стороне. Вкус кисло-сладкий. Важно, что яблони «Московского» позднее самобесплодный, обоеполый. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.